Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня вы увидите самый настоящий и самый жесткий клан читеров. Это, ребята, будет просто полная попа, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк. Я даю тебе ровно 3 секунды поставить лайк и подписаться на мой канал. 1, 2, 3. Ну что же, а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Так. Откуда я нашел данный клан читеров? Я думаю, вы все прекрасно помните парня под ником Адам. Ну, по имени Адам. Я его, ребятки, прокачивал. Мало ли кто не понимает, о чем идет речь. Посмотрите мое прошлое видео, которое называется «Прокачал инвентарь школьника». Так вот, этот же Адам пишет мне и говорит: «Кентуха, мать вашу! Попался мне клан читеров! Делай что-то, спаси меня, потому что из-за него я слил ранг!» И я, ребята, решил снять видео и осветить этот клан читеров, и, конечно же, мы вместе с вами их всех забаним. Давайте вначале я вам предоставлю пруфы, чтобы вы не думали, что я это все сам придумал. Ребята, посмотрите, какой тут клан. Вот. Блин, не тот палец. Блин, о, вот это, смотрите, видите клан? DNAE. Раз чувак, два чувак, три чувак и четыре чувак. Посмотрите на стату первого парня. У него стата 13, мать его, убийств и всего лишь 2 смерти. И посмотрите на стату остальных игроков. И вы до сих пор думаете, что это не читер? Посмотрите на его ник. У него даже ник читер Тарас. Тарас... 3-2 раз, ну не зря у него рифма такая, да, по всей видимости, потому что играть с щитами прям очень-очень нехорошо. И как вы поняли, этот читер Тарас собрал весь свой клан, и они вместе с этим читером бустились. Ну что ж, давайте я покажу парочку моментов, дабы вы не думали, что это все равно вброс. Также попрошу обратить внимание на чат. Вот, пацаны, видите? Абсолютно вся команда террористов пишет, что это читер. Ну, то есть, я думаю, это и так будет понятно, потому что сейчас вам покажу еще парочку моментов. Ребятки, обратите внимание на время. Время 1.51, то есть матч только-только начался. Ну и прямо сейчас вы просто поймете всю суть. Сейчас, о, смотрите, уже вот этот читер Тарас, просто из-за того, что мой подписчик открыл чат, не видно, видите? Убил уже кого-то, читер Тарас, уже кого-то убил. Ох уж этот читер. Убил второго, смотрите, вот второго убил, видите, пальцем тыщу прям туда. Ох уж этот читер Тарас, я просто в шоке. Посмотрите, уже убил двоих. И сейчас убьет моего подписчика, смотрите. Сейчас будет минус 3. А ну-ка, да, убил моего подписчика в прыжке, вот это да. Короче, ребятки, по поводу того, что это клан читера, я думаю, уже никто не сомневается, потому что 4 человека с одного клана и один из них читер. Я думаю, тут и так всем все понятно. Ну что же, а теперь давайте попробуем найти данный клан. Опа, опа, а я уже нашел этот вонючий клан читеров. Ну что же, дамы и господа, посмотрите, вот он, DNAE. DN, это, наверное, означает говно, потому что других ассоциаций у меня нету. Ну что же, ребятки, давайте вначале найдем этого читера Тараса. Я вижу, он изменил ник, пацаны, смотрите, он изменил ник. Ну, кажись, это он, вот у него ID 244 и звание Феникс. Да, вот он, посмотрите, да. Вот это, ребята, читер Тарас поменял себе ник на «Беды с башкой». Ох, Тарас, ты даже не представляешь, что теперь у тебя будет беда с аккаунтом, потому что получишь бан по IP. И я думаю, все, кто с тобой бустились, вы тоже все вместе получите бан, потому что, ну, так делать нельзя. Читы — это плохо. Вот я все понимаю, но быть читером, вот прям фу. Ты моему братанчику Адаму слил ранг, поэтому ты за это ответишь. Так, ну что же, какое КД у читера? 437. Ну нифига себе, звание Феникс. Слушайте, охрани, какое высокое звание, да? Любимое оружие — дробовик. Точность 49%. С дробовика 49%. Но я думаю, тут уже и так всем понятно, что это читер. Любимое оружие — АКР. Точность 24%. И попробуйте мне только сказать, что это просто рандом. Ребята, вот это самый настоящий читер. Потому что такой высокой точности даже нету у киберспортсменов. Давайте посмотрим его обычный КД. Его обычный КД 2.33. О чем это говорит? Это говорит о том, что он использует читы только для поднятия ранга. Теперь давайте посмотрим на КД его тиммейтов. Потому что он же вместе с тиммейтами поднимает ранг. Так, например, Феникс. Да, вот этот Феникс, Членикс, погнали. Так, тоже Феникс. Кто бы сомневался, ребятки, кто бы реально сомневался. Общее время в игре 17 часов. Скорее всего, он бустился вместе с читером. А ну-ка,
обычное КД 2.34. Смотрите, любимое оружие дробовик. Не, пацаны, вот что бы вы ни говорили, но я думаю, что это тоже читер. Посмотрите, тоже любимое оружие дробовики, тоже точность 44%. Ребят, ну вы же меня извините, но скорее всего это реально читер. Я еще не обратил внимания, то что это новый созданный аккаунт. Да, это 100% читер. И они специально их добавляют в клан, чтобы они поднимали ранг всей команде. Какие же хитрожопые. Но, ребятки, мы вас раскусили. Посмотрите, время в игре 17 часов. Да, этот чувак тоже второй читер в этом клане. То есть в этом клане два читера. Так, ну что же, смотрим дальше. Вот, тут даже два человека в онлайне. Давайте посмотрим на аккаунт создателя данного сверхклана. Ну что же, Фрози, я надеюсь, что, ну, что ты тоже получишь бан. Голд один. А вот, ребят, мы нашли того человека, которого, походу, читер не взял с собой буститься. Или чувак был не в сети, или не успел зайти в лобби. Ну, посмотрите, у него ранг голд 1. Честно говоря, мне прям немножко стыдно за него. Голд 1, братан, как же все плохо. Ох ты, блин. КД 0.96. Ну, по крайней мере, он не читер. По крайней мере, это 100%. Вот этот Фрози, вот этот глава клана, он не читер. Но у него в клане есть читер, и я уверен, он об этом знает. Поэтому я считаю, таких как он тоже надо забанить. Ну а как считаете вы, напишите ваше мнение в комментариях. Так, теперь посмотрим его обычный КД. Обычный КД 1.25. Ну, сам обычный чувак, я бы его на изи нагнул. Любимое оружие АВМ и АКР. Да, пацаны, изи, я бы его размотал бы просто в сухую. Короче, ребятки, пожалуйста, поставьте лайк за такое крутое видео, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока!